На базе лагеря «Лесной» в Прикубанском районе открылась лагерная смена для детей, участников СВО. На протяжении 14 дней с детьми будут работать психологи. Мероприятие прошло в рамках реализации грантового проекта «Академия детства». Подробности у Али Баташева. Больше эмоций, счастья, там, радости, больше знакомств, веселья. Счастливым и радостным хотят видеть лето большинство мальчишек и девчонок. Лагерная смена, в которую попала Аделина Тахчукова, насчитывает порядка 100 детей, участников СВО. В лагере «Лесной» царит веселое оживление. Пока одни играют в теннис, другие резвятся на свежем воздухе или занимаются другими делами. В установленный час дружная компания встречается за столом. Мне нравятся игры, которые тут проводят, разговоры с психологами, завтраки, обеды, ужины. Все здесь нравится. Мне нравятся сами воспитатели и вожатые. Общение с психологами является особенностью этой лагерной смены. Оно осуществляется в разных формах. Все зависит от каждого конкретного случая, считает клинический психолог Зульфия Чекуева. Перед нами стояла главная задача – не переутомлять детей, не перегружать психологическими знаниями, упражнениями и так далее. Да, вот сделать это так, в комфортном, легком режиме, чтобы была большая польза. И самая главная задача наша была – найти уязвимые зоны, с которыми мы начали уже работать, и вооружить детей навыками стрессоустойчивости, которые они смогут применять в жизни сами и смогут делиться ими с другими. В программе у нас есть индивидуальные встречи с детьми, ну, которые требуют особого, да, внимания, скажем так. И также у нас есть групповая работа, это в качестве тренинга, в качестве бесед, вот, ну, различные виды работы групповой. Арт-терапия мы подключаем, ну, и так далее. На открытии лагерной смены дети показали свои таланты в рисовании и художественной самодеятельности. Здесь была и театральная постановка сказки «Репка», флешмобы, конкурс «Тенгазет», а также современные и национальные танцы. На открытии лагерной смены ребят поприветствовали участники проекта «Академия детства» в Карачаево-Черкесии. Хочу отдельно сказать спасибо Фонду защитников Отечества, телеканалу «Архыз-24». Конечно, Министерство образования и науки не осталось в стороне. И вот благодаря нашим общим усилиям такая смена сегодня, специальная смена, как «Академия детства», она реализуется. Этот проект в нашем регионе пилотный, но я надеюсь, что он станет традиционным. Всем ребятам были вручены в подарок канцелярские наборы. Впереди интересные занятия и незабываемый летний отдых. Али Баташев, Анастасия Лой, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.